Всем привет, дорогие друзья, с вами Дамиров, и сегодня я наконец-то взял подписчика в прокачку. Именно активного подписчика, с вас прямо сейчас лайк, подписчика, кто еще не подписался. Кто хотел бы тоже попасть в прокачку и попасть в такой же ролик без логина и пароля, тоже обязательно нужно подписаться, поставить лайк и включить колокольчик. Ну и для того, чтобы я мог выбрать победителя, напишите обязательно айдишник в комментариях. Смотрите от начала до конца эту прокачку, напишите, как оно вам. Заранее извиняюсь за качество, потому что все снималось с ноутбука через Discord, поэтому, друзья, заранее извините за качество. Это первая новогодняя прокачка, друзья, еще раз не забывайте, если вы хотите тоже попасть, обязательно надо подписаться и поставить лайк. А мы начинаем. Ну а мы, собственно, переносимся уже на этот аккаунт. Аккаунт нулевый. Для старта я решил активировать целых 3 промокода. На M16 статрековскую доставил, на AKR Sport статрековский и на, получается, P350 Rider. Дальше у нас, собственно, в планах с вами это закинуть голдисточку. То есть у нас 3000 голды мы закидываем на аккаунт и уже можем переноситься непосредственно в сам стендофф. Ужасно сложное качество, как видите, Discord хавает все, но я думаю, это не проблема. Здесь мы уже видим баланс 3000 голды, мы задонатили через официальный сайт Standoff 2, ну и будем начинать, наверное, все-таки с перчаточки, потому что на моем аккаунте есть перчатки, которые я хотел подарить как раз-таки на этот аккаунт. Человек, который, опять же, получил эту прокачку, прям, ну, совсем попросил, чтобы мы не записывали его голос, поэтому его голоса в этом видеоролике не будет. Вот эти перчаточки за 894 голды сейчас мы их закупим. Тут я перехожу уже на свой аккаунт и сливаю эти перчаточки за 003. Так, ну смотрим, у нас как раз таки уже есть активированные 3 промокода. Это P350 Rider Sport Dust Devil. И теперь мы слили перчаточки за 003. Давайте, теперь нам нужен ножик. Он хочет себе именно Фэнк. И мы остановились с ним на Фэнк Обсидиан. Классный, хороший ножик. Всего 1600-1700 голды стоит того. Мы решили его, собственно, и купить. Вот, как мы видим, уже есть Фэнк Обсидиан, перчаточки, спорт, райдер и тому подобное. Друзья, еще раз, все, кто хотел бы участвовать во всех прокачках, раздачах и тому подобное, прямо сейчас подпишись, включи колокольчик, лайк и в комментариях свой ID, это очень важно. Смотри от начала до конца, ну и ты автоматически участвуешь. Так, ну а мы смотрим, что же закупать дальше. Вот, мы, собственно, переходим в раздел пушек, выбираем М4А1, выбираем М4А4, ну и, собственно, смотрим, что же у нас есть на рынке для этого сета. Ну, здесь наш товарищ выбрал М4 Самурай статрековскую, да, не то чтобы она сильно по бюджету, но нормально, 500 голды, хорошая М-ка, красная, аркановская, еще и статрековская, поэтому нормально, 500 голды оставляем. Так, ну и мы выбрали М-очку Immortal, это S-очка, всего за 500 голды, выглядит круто, он ее спокойно уже покупает, неожиданный поворот событий. Ну и давайте посмотрим, что же у нас есть уже в инвентаре. Получается, как бы мы уже все основное такое закупили, у нас есть эмочки, у нас есть калашик, есть М16, есть пистолет, и теперь надо докупить все основные, то есть это у нас юз, скорее всего, дигл, глок. Ну сейчас посмотрим, что здесь закупим. Выбрали для себя винатор. Очень крутой дигл, по стоимости всего там что-то 100 голды, выглядит круто, потрясно, ну, аркановский крутой дигл. Человек, которого мы прокачивали, сказал, что ему очень нравится играть с Tech9 и с 5-7. Мы сразу же берем Hellspawn, красивый, красный такой, ядреный 5-7. Здесь я посоветую уже ему Tech9 Restless, крутой Tech9. Выглядит очень круто, красиво, его точно можно брать. Еще раз, ребят, извините за качество, снимаю все через экран Дискорда, это тяжело. Давайте посмотрим, что же у нас с вами получилось. То есть, это M4 Samurai Statrek, это M4.1 Immortal, Deagle Venator на обе стороны, Hellspawn, Restless, Rider, Sport. Короче, есть все для того, чтобы себя чувствовать комфортно. Конечно, приоритет это именно перчаточки и ножик. Выглядит они круто, я считаю, что наша цель на прокачку выполнена, но я считаю, что было бы круто активировать еще один промокод.
Есть еще один промокодик. Промокодик на ВП Гир статрековскую. Конечно, можно было бы собрать какое-нибудь красивое именно сочетание сетов и тому подобное, но выбирали так, как хочет, собственно, владелец аккаунта. Ролик получился небольшой, а скорее фастовый, поэтому, друзья, поддержите. Следующие ролики будем уже с говорящими людьми записывать. Но, опять же, говорю, вот повезло человеку, который... Ну, не хочет выдавать свой голос. Вам огромное спасибо за просмотр, друзья. С вами был Доминиров. Обязательно подпишись. Пока-пока.